День поля Рязанской области – ежегодное место встречи ведущих организаций, предприятий и инвесторов аграрной отрасли. Здесь можно познакомиться с новейшими технологиями и инновационными проектами сельскохозяйственного производства. Агропромышленная выставка «Форум» проходит в течение 2 дней – 23 и 24 июля. Сегодня состоялось открытие вблизи села Выжгород. Основная часть форума – это показ передовой сельскохозяйственной техники, осмотр селекционных делянок с посевами кукурузы, подсолнечника и сои, а также деловая и концертная программы. В выставке участвуют более 70 экспонентов – ведущие российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур. В рамках форума впервые пройдет региональный конкурс пахарей. Кроме того, запланирован официальный старт уборки урожая 2020 года.